Новости Богородского района. Богородская43.ру. Еще одно новшество появится на региональных трассах, которые проходят по поселку Богородское. Помимо строящихся тротуаров и освещения, вся проезжая часть в поселке будет ограждена бордюрами. У жителей этих улиц появился вопрос. У меня, как у жительницы поселка, то есть улицы коммуны, возник вопрос. Я имею гараж, и сейчас вот нам на улице прокладывают бордюры высокие. Как мы будем заезжать в гараж? По словам представителя Маштехстроя, ко всем гаражам, которые есть в генеральном плане строительства, будут сделаны бетонные съезды. Как это будет, мы расскажем.